Необычное исследование провел студент Новосибирского госуниверситета. Будущий физик собрал 360 почечных камней и изучил их состав. При помощи рентгена и микроскопов молодой ученый выяснил, что большинство образований принадлежат к так называемой оксалатной группе. То есть в камнях много щавелевой кислоты. Часто они появляются в почках из-за нарушения обмена веществ и слишком частого употребления шпината, бобовых, шоколада, кофе и чая. Кроме того, по сравнению со среднероссийскими показателями, у новосибирцев в два раза чаще встречаются фосфатные камни. Они тоже могут появиться у тех, кто налегает на кофе, шоколад, какао и крепкий чай. Исследования студента НГУ помогают проследить, как за последние несколько лет изменилась экологическая обстановка и образ питания населения.